Юмор свой для каждого. Смартфон Meizu M9 от известного китайского производителя отличается хорошим сочетанием аппаратных характеристик и умеренной ценой, а также интересной фирменной оболочкой Flyme. Симметричный прямоугольный корпус смартфона со скругленными углами напоминает Apple iPhone 4. Задняя крышка выполнена из пластика с приятным на ощупь прорезиненным покрытием. Под ней находятся слоты для карты SIM, microSD и аккумулятор емкостью 1370 мАч, который обеспечивает сутки автономной работы при активном использовании. На задней стороне смартфона располагается 5-мегапиксельная камера с автофокусом, но без вспышки. Диагональ экрана равна 3,54 дюйма, а разрешение 960 на 640 пикселей. Экран типа ASV, производства Sharp. Под экраном находится одна физическая кнопка Home, по бокам от которой располагаются две сенсорные, слева Back, справа Key, для вызова меню. На верхней грани есть кнопка Power и разъем 3,5 мм для подключения гарнитуры. На нижней разъем мини-USB. На левой грани располагается качелька регулировки громкости. Смартфон оснащен одноядерным процессором частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ внутренней флеш-памяти. При помощи карты microSD объем флеш-памяти можно увеличить на 32 ГБ. Устройство работает под управлением операционной системы Android 4.0 с фирменной оболочкой Flyme. Через экран блокировки можно сразу выйти на набор номера или же открыть сообщение. При нажатии на кнопку Key на экране помимо иконок актуальных программ отображается упрощенный интерфейс музыкального плеера. В нижней части экрана есть док-бар, иконки программ, в котором не меняются при перелистывании рабочих столов. При желании число иконок можно увеличить до 5. Над док-баром расположен индикатор количества рабочих столов. В верхней части экрана вызывается меню, которое позволяет быстро включить или выключить Wi-Fi, мобильный интернет, Bluetooth и GPS. Оболочка Flyme полностью переведена на русский язык. Она проста в освоении и оснащена необходимыми для повседневного использования программами. Серфинг в интернете, просмотр погоды и новостей осуществляется без затруднений. Музыкальный проигрыватель с удобным каталогом и эквалайзером поддерживает все популярные аудиоформаты, а динамики смартфона обеспечивают достойное звучание. Хорошая эргономика, замечательный экран и звук выделяют Meizu M9 из длинного ряда недорогих смартфонов под управлением операционной системы Android. Приобрести смартфон Meizu M9 можно в сети магазинов Юлмарт по цене 7880 рублей.